Вот уже более 10 лет офтальмологическая клиника «Тризе» сотрудничает с Краевым советом ветеранов. Благодаря их крепкой взаимной дружбе возможность пройти бесплатную диагностику зрения есть у тысячи жителей нашего края. В частности, это ветераны, инвалиды, пенсионеры, труженики тыла, дети войны. Ранее, чтобы пройти обследование, им приходилось ехать в город Краснодар. Сегодня в этом нет необходимости. 3000 сертификатов на бесплатную комплексную диагностику зрения получили региональные ветеранские организации в рамках сотрудничества Совета ветеранов края с офтальмологической клиникой «Тризе». С осени 2016 года краевые специалисты проводят приемы жителей, самостоятельно выезжая в отдаленные от краевого центра поселения. В тех станицах, где наших филиалов нет, но есть высокая потребность наших услуг, мы начинаем выезжать туда со своей бригадой, как сейчас здесь полностью бригада со всем необходимым диагностическим оборудованием, приезжаем, ведем бесплатный прием непосредственно здесь, в Совете ветеранов. На 2017 год запланирована масса мероприятий подобных ежемесячно. Там, в тесном сотрудничестве с председателями мы это будем проводить. На прошлой неделе краевые специалисты офтальмологической клиники побывали и в двух крупнейших станицах нашего района. В станице Анастасиевской специалисты приняли более 100 человек, а в Петровской обследование получили 70 членов поселенческого совета ветеранов. Петровчанам, конечно, очень с руки. Они все благодарны за такое оказанное внимание к людям пожилого возраста. Бесплатно пройти полное диагностическое обследование, не выезжая за пределы своего поселения. Для петровчан это больше, чем подарок. Большая радость, что вы можете нам оказать такую услугу, не выезжая нам из Петровской. Куда мы поедем, инвалиды с палками? Вот. У меня тоже вот катаракта на одном глазе. Я хочу проверить, что как она это. А так бы я не поехала куда-то где-то, тоже ноги болят. Спасибо всем, всем большое-большое спасибо. Диагностическое обследование необходимо проходить ежегодно, говорит врач-офтальмолог клиники Александр Бахур, особенно пожилым людям. Ведь на ранних стадиях возрастные заболевания глаз часто протекают бессимптомно. Проблемы, конечно, самые разнообразные. Учитывая отсутствие медицинской помощи на периферии, здесь встречаются все возможные заболевания органа зрения. От каких-то банальных расстройств, типа возрастных изменений аккомодации, которые мы называем пресбиопией, то есть когда люди близко плохо видят, они в основном приходят попросить просто назначить им очки, вот. До самых серьезных и редких заболеваний, таких как врожденные биотрофии, тяжелые глаукомы, причем выявляется очень часто, к сожалению, много запущенных форм заболеваний. По итогам диагностики пациентам, которым необходима операция, предоставляется бесплатный автобус для проезда в краевое отделение клиники и специальные льготы на операции. В феврале краевые врачи-офтальмологи обещают вернуться в наш район и продолжить сотрудничество с районным советом ветеранов. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».